Другим новостям. Соглашение сроком на 5 лет. Кузыбаев Юниверсити заключила меморандум о сотрудничестве с ТОО «Кул Инфинити». Предприятие предоставит выпускникам вуза работу и возможность практиковаться. Завод получит сильные кадры и сможет дополнительно переобучать своих специалистов. В общем, довольны останутся обе стороны, заключившие соглашение. Больше его деталей в следующем материале. Компаний, которые занимаются изготовлением вагонов в нашей стране, всего лишь три. Североказахстанское предприятие «Кул Инфинити» – одно из них. При этом специфический вид продукции, речь идет о так называемых вагонах-термосах, делает его единственным в своем роде. За счет тщательно продуманной конструкции в них до 10 дней можно перевозить больше сотни тонн продуктов с коротким сроком хранения. И неважно, какая температура будет за бортом. В следующий год у нас собирается реконструкция, то есть увеличение всего производства. Создание всех инженерных сетей, подставка самого производства. В настоящее время уже на заводе работает 100 человек. После реконструкции ожидается более 350, вообще до 500 человек. Рабочие руки молодому предприятию будут очень нужны. За счет большого спроса на его продукцию в России и странах СНГ завод поставил перед собой высокую планку. Вместо 300 на предприятии будут делать 1500 термовагонов в год. У «Кул Инфинити» есть принципиальная позиция – брать на работу только местных специалистов. Тем более главный вуз региона уже не один год готовит сильные промышленные кадры. Сотрудничество с данным предприятием в основном, конечно, упор идет на выпускников машиностроения, транспорта, стандартизации и впоследствии электроэнергетики. У нас имеются лаборатории. Также мы регулярно обновляем наши лаборатории, нашу лабораторную базу. И, как вы знаете, строится корпус новый, в котором мы планируем открывать новые лаборатории. В них у студентов появится еще больше образовательных возможностей. Пользоваться они ими смогут непосредственно на самом предприятии во время практики. Сейчас на факультете инженерии и цифровых технологий учатся 1198 североказахстанцев. На какие условия труда и заработную плату они могут рассчитывать при трудоустройстве в ТОО «Кул Инфинити»? У нас по проекту она будет в среднем больше 200 тысяч. Социальный пакет собираемся развивать большой, чтобы... У нас в дальнейшем в проекте заложено, что будет общежитие. Вот такой вот бонус. Кузыбаев Юниверсити и ТОО «Кул Инфинити» подписали соглашение о сотрудничестве на 5 лет. Кстати, благодаря этому документу специалисты завода при необходимости смогут повысить свою квалификацию в стенах главного вуза области. Предполагается, что сделать это они смогут бесплатно. Дарья Пышминцева, Рустам Тлеужанов, новости МТРК.